Ну, еще месяц и будем праздновать годовщину коронавируса, как мы закрыты. Аэропорт закрыт вообще сейчас? Да, но есть вывозные рейсы. По поводу разных социальных, вот, разные инстанции государственные, которые зашли в локдаун, закрылись, они, наоборот, стали очень-очень плохо работать. Объявление в холле, что те, кто не сделают прививку на протяжении недели-двух, не будут допущены на территорию завода. Ну, сам понимаешь, это уже не очень так. Я понимаю, что это неудобно, это мешает жить, это мешает бизнесу и много чего еще. Когда объявили первый локдаун и ограничили нас в передвижении, для меня это было очень тяжело. Многие люди, оказавшись в подобной ситуации, особенно люди, которые привыкли к коммуникациям, постоянным человеческим коммуникациям, у них, ну я не знаю, проще скажу, крыша не едет. Так. Настолько запудрили мозги коронавирусом, что людей ничего нигде не интересовало. Вдруг пропал СПИД, вдруг пропал грипп, вдруг пропали проблемы с газом, я не знаю, все стало вдруг хорошо. И прививки, и то, что будет дальше, польза, вред, я не знаю. Я такой же человек, как и все мы. Люди стали намного гибче. Но ты можешь себе представить, тебе говорят, садик откроется завтра, а может послезавтра. И тут тебе сегодня приходит вечером сообщение, завтра утром открывается садик. То есть ты там уже настроил планы, либо наоборот не настроил.